Многогранным, необычным и удивительным искусством в очередной раз поразили барнаульцев отец и сын Сергей и Иван Мозговые. На открытии выставки «Переходный возраст» в музее «Город» собралось более полусотни человек. Кстати, название выбрано не случайно. Выставка, она приурочена к моему 60-летию и к 35-летию сына. Иронично мы хотели ее вообще назвать «Прощай, молодость». То есть 35 лет – это рубеж перехода из состояния молодого художника в состояние зрелого художника. И «Здравствуй, пенсия». Но мне пенсию перенесли на 5 лет, поэтому мне еще до пенсии работать и работать. И поэтому это отпало название. А название «Переходный возраст», потому что у меня переход из одного десятилетия в другое. У сына переход из молодежного состояния в состояние зрелого художника. Это самая объемная выставка, признается скульптор. На ней мастера представили больше 200 работ, стараясь показать весь спектр направлений и все периоды деятельности. О любимой работе художник Иван Мозговой отзывается так. Обычно это что-то из скульптуры. Примерно раз в 2 года я делаю крупный проект скульптурный. И на тот момент, пока я не начну делать новый, это и есть любимый проект. Потому что, наверное, больше всего трудочасов туда потрачено. А так, не знаешь, по настроению бывает, под цветовой гамме или еще почему-то что-то начинает опять вдохновлять. Порой думаешь, что за ужасная работа, а через некоторое время думаешь, какая прекрасная вещь получилась. А я даже не понимал тайных замыслов ее. Тайные замыслы на этой выставке можно увидеть в каждой работе. Так, деревянный круг, клавиши фортепиано, струны и ключи нашли свое применение в инсталляции под названием «Круговорот». Круг, вращение, черное и белое, то есть символы такого как бы сменяющегося состояния в жизни, как бы, и движения по жизни. И поэтому вот такая вот инсталляция потихоньку складывалась, по мере того, как мне очередной какой-то материал попадался на глаза. Поражает многообразием таланта Сергея и Ивана, что просто и деревянная скульптура, и по металлу, и я даже не знаю, как называется это все искусство, но что насколько талантливы и сын, и отец. Заинтересовали его работы вот нестандартным подходом. Вот настолько вот находить в каких-то мелочах, в ключиках, в детальках, в шестеренках и преобразовывать, получая какие-то скульптурные решения. Это очень здорово и классно. Вряд ли кто-то останется равнодушен к такому разнообразию творческих работ настоящих профи своего дела. Посетить бесплатную выставку «Переходный возраст» можно до 24 марта. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.